Значит, у меня просьба во время моего посещения, чтобы здесь была доска, был стенд. На этом стенде был график. И по всем линиям основным, по которым выполняются все работы, было четко к дню посещения отмечено, где на графике находится реальная точка по состоянию дел. Павел Ипатов требует повесить график работ на видное место, несмотря на то, что никакого отклонения от сроков нет. В июне завершился монтаж основного сценического оборудования и системы кондиционирования. Осталось освещение сцены и установка кресел на 780 мест. Но чтобы не испортить новое оборудование, сначала решили закончить пыльные работы по внутренней отделке. До конца июня месяца были завершены монтажные работы по сценическому оборудованию, монтируемому. Этап по навеске оборудования, которое уже навешивается, осветительное, звуковое и механическое оборудование, будет монтироваться после завершения отделочных работ, чтобы не запылялось и было в нормальном состоянии. Архитектурный замысел в стиле модерн и выдерживают его на всех этапах работы, от косметической отделки до светильников в холле. Главный принцип – все элементы должны гармонировать друг с другом и впечатлять будущих зрителей. Этот театр будет продолжением нашего любимого прежнего ТЮЗа. И, в принципе, подход к нему такой же. То есть холл будет таких нейтральных тонов, выдержан в стиле модерн, зал синего цвета, то есть все будет приближено к старому ТЮЗу. А театр – это все-таки праздник, и у человека, пришедшего в новое здание ТЮЗа, все должно этого человека радовать. И не только человека обычного. Специальные пандусы и низкие перила дадут возможность порадоваться людям с ограниченными возможностями. По словам губернатора, после почти 30 лет ожидания, новый театр должен отвечать самым современным требованиям. Работы организованы удовлетворительно. Достаточное количество людей. Люди, видно, все работают. Как говорится, каждый знает свою работу. И у меня есть полная уверенность, что в конце декабря месяца строительно-монтажные, отделочные работы, большая часть пусконаладочных работ будет завершена. Я когда водил здесь Табакова, Миронова, а все говорят, чешутся руки здесь поиграть в будущем. Новый театр начинается с лестницы. Из цветного мрамора, который специально заказывали на Украине. Высокую цену материала оправдывает его внешний вид и качество. Правительство области сразу решило, что на фасаде здания экономить не будет. Большая парковка на Киселева и прилегающий тротуар на Чапаева уже готовы. В ноябре перед театром разобьют газон и высадят деревья. А еще через месяц зрителей ждет первая премьера.